Всех приветствую. Итак, начнем, я думаю, с самого неинтересного. Это с стычки экспертом. Потому что, скорее всего, нам там жестко насуют, и можно будет тогда заняться основным второстепенным сюжетным квестом каким-нибудь. Так, сейчас здесь два отображается задания. Я, кстати, поисследовал, и кто помнит, изначально один из вот маркеров у нас стоял прямо вот здесь на входе. Собственно, где мы стоим, то есть вот примерно вот здесь. Оказывается, вот эти чуваки, которые там стояли, спорили, они ушли и встали здесь внутри. Я их нашел, посравнивал квесты, и они где-то, короче... А, вон они, вон там они стоят. Да-да-да. Но мы сначала в стычку поиграем, а потом пойдем. Твой ход, Викала. Я знаю. Я думаю. Проиграл? Снова? Как? У меня же был Громозев. Сила фигур не имеет значения, если не знаешь, как их использовать. С правильной стратегией даже слабейшая машина может принести победу. А ты отлично знаешь, как играть. Ну, конечно. Она же лучший игрок в землях кланов. Как насчет сыграть несколько игр? Научишь меня паре фокусов? Я не учу чужаков. Но ты помогла племени. Я с тобой сыграю, если победишь моего ученика на всех его досках. Почему я должен... Ладно. Это не самая простая задача. Если нужны фигуры... Могу тебе продать. Интересно, а до этого тут просто сидел какой-то рандомный игрок, с которым можно было поиграть. А сейчас тут Викала. Интересно. Изменилось тут все в лагере. Хотя, казалось бы, мы не насильно долго откладывали происходящую ситуацию. Ладно, начну, наверное, хотел со своего любимого стека начать, но... У меня какая-то новая фигура была. Я не помню, кого мне давали. По-моему, да, лиходей. Угу, и у нас осталось два. То есть я вот высшего загонщика уже взять не могу. А если я уберу одну птицу... Ага, все равно не хватит, потому что можно взять... Может, он 5 стоит. Блин, рискованно, конечно, играть теми, кем я не умею играть. Давайте рискнем. Начали. Скорее всего, мне насуют, как не в себя. Но если так будет, то я просто возьму тех, кем я умею играть. Моя очередь. Угу. Твоя очередь. Посмотрим. Делай, что хочешь. Угу. Отлично. Мой ход. А, он отступает. Ничего себе. Так, я пока их, наверное, здесь оставлю. Угу.
посмотрим, что будет происходить. И я в деле. Делай ход, если кишка не тонка. Чё он бежит от меня? А почему я туда встать не могу? Атака наносит урон целям и любым другим машинам, расположенным перпендикулярно ей. Мой ход. Да ты чё в угол-то забился, алё? Твой ход. И я в деле. О-о-о. Делай ход, если кишка не тонка. Вот и вся моя стратегия. Моя очередь. Забирай, у меня фигуру, не жалко. Убираем. Я у тебя следующим ходом заберу. Твой ход. Вот так. Домой. Один, один. 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 Давай сюда. Посмотрим. Посмотрим. Делай, что хочешь. Нет, сделаю. Всего один нанесем. Один это мало. Мой ход. Покажи свой класс. Кстати, только сейчас заметил, что у Люходей аж 9 хелпоинтов. Офигеть. А, он прямо в больной бок его ударил. Ах ты скотина. Это, вот да? Это да. Твоя очередь. Вот это да. Ладно. Это с доски долой. Ну ладно, может мы сейчас что-то выкружим, конечно. Но только если он мне эту фигуру не снесет. А ходить я не могу, окей. Ну ладно. Посмотрим. Ну, да, он. Блин, он. И... Ну, короче, мы просрали, да. Победа! Моя. Очень глупо так просрали, я бы сказал. Ладно, хорошо, ты сам напросился. Берем свой титульный набор. Хотя даже... Не, давайте ко мне все-таки Лиходея. Вот сколько у него? Урон 3. Где он? Угу.
Ладно. Я готов. Уговорили. На раскопа, кстати, не обязательно было брать, можно было кого-нибудь попроще взять. Делай ход, если кишка не тонка. Это что? Притягивающий тип, понятно. Я запрещаю меня притягивать. Моя очередь. Делай, что хочешь. Даже отсюда дотягивается. И я в деле. Покажи свой класс. По чуть-чуть его будем долбать. Ход. Уводит, уводит. Твоя очередь. Сюда. Так тебе никогда не победить. Неправда. Блин, а мне его убрать-то некуда. А можно я перехожу? Мой ход. Козёла. И нет фигуры. Этой тоже нет. Эту с доски долой. И я в деле. Твой ход. Блин, как же он мало ходит-то, а? Мой ход. Бежит, бежит, а? Только пятки сверкают. Твой ход. Ох, сейчас это может ускориться ко мне. Моя ну посмотрим. Очередь. Да забирай. И нет фигуры. Твоя очередь. Домой. Этой хана. Неплохо. Для чужеземки. Ну так, потненько немножко. Окей. Доска номер два. Играем тем же набором. Так. Удалить. Нормально. Удалить. Удалить.
Доска готова. Хана тебе. Покажи свой класс. Посмотрим. Что-то я даже не проверил, кто у него там. Делай ход, если кишка не тонка. Мой ход. Эх ты, бежит собака. Делай, что хочешь. Ну, я-то сделаю. Во-первых, избавлюсь от этой фигуры. Убираем. И встану сюда. Так, это жвачник у меня, да? Жертвенный жвачник, от которого я планирую избавиться. Сколько у вас урон? 2, 2. На две клетки еще и бьет, ну. И я в деле. Ты псина. Делай ход, если кишка не тонка. Всего единицу нанесу тебе. Посмотрим. Но он мне снесет его, наверное, сейчас, нет? Вот так. Обменялись, ладно, убедил. Твоя очередь. Очень странный ход. Ну вот, ты только что порушил весь мой план. Так, если он мне его снесет... А, ему всего единичку дадут, вообще плевать. А у тебя сколько стоит двоечку, да? Так, что так, единичка. Мой ход. Твой ход. Так, тебя тут атакуем. Блин, он мне его разом снесет, и я проиграю. То есть 3 плюс 3, 6, он его мне сразу сносит. Мой ход. Я чувствую, всосу сейчас тупейшим образом каким-нибудь. Делай, что хочешь. Но мне главное вот этого закошмарить и все. Блин, один. Ну-ка.
Все, победа. Заслуженная победа. И третья доска. Я с большим удовольствием тебя обыграю. Да-да, удачи. Покажи свой класс. По центру решил играть. Ну давай. Моя очередь. Твоя, твоя. Ух ты. А это что за фигура? Делай, что хочешь. Аж 8 хелпоинтов. Зубоскал. Ладно. Моя очередь. Убегает далеко. Делай ход, если кишка не тонка. Так, а если этот зубоскал ко мне за спину зайдет, я загонщика сразу потеряю, как нифиг делать. А, по броне попало. Так что, наверное, да, я пока так встану. И я в деле. Ничего себе. Твой ход. Тебе хана. Чего мне такое умное бы сделать? Посмотрим. Че он вообще делает? Покажи свой класс. Ну, я забираю у тебя первую фигуру, это во-первых. Это хана. Ну... Давай отсюда попробуем его попедалить немного. 2-1. Начать топить его. Сколько у него? 3 единицы плюс 5 единиц у меня всечет, скотина. Хер тебе. А, ну и он мне сразу лишит мне фигуры. Ну ладно. Мой ход. Хотя бы оставил ему одну очку здоровья. Че, не хочешь разменяться? Не хочет. Твоя очередь. Очень странно. О, придется нагонять. Это последняя доска. Ты на всех победила. Поражение не позор, если извлечь из него урок, Викалу. Да, Ликта. Неплохо. А тебя я надеюсь увидеть за своим столом. Всхуй его размотали.
фигурка стихийного загонщика. А где ее стол? Мне лучше продолжить тренировки. У нее стол здесь. А-а, нифига. Ладно, пойдемте квестец уже возьмем, а то сидели тут фигурки эти двигали. Явно не самое интересное занятие. Защитница, боюсь, мы вынуждены снова просить тебя о помощи. Дука, давай ближе к делу. Племени нужна арена, и только она может помочь ее открыть. Вам нужна арена? Но Кольрут завершен. Это правда, но арена нам нужна, чтобы поднять боевой дух людей. Мы на ней тренируемся. Загоняем туда машины, чтобы солдаты могли вкусить пыл битвы без лишнего риска. Такие сражения поднимают дух, но вождь Хикару не разрешает открыть арену, пока сломана баллиста, охраняющая поле. Она нужна, если машины взбесятся, а во время Кульрута ее сломали. И нужные запчасти найти непросто. Поняла. Надо поохотиться на машины и добыть детали. Мы бы попросили других, но все заняты обороной рощи. И мы щедро отблагодарим тебя за труды, да, Кала? Конечно. Как только арена снова откроется, мы будем рады принять тебя на ней. Сможешь сразиться с разными машинами. И ты сможешь получить у меня призы за бои на арене и за медали из охотничьих угодий. Ты сможешь выменить их на лучшее снаряжение племени. Для ремонта баллисты нужны жила брониката и несколько клыков секача. Нужные машины водятся рядом с костром на юго-востоке. Принеси мне все детали сюда, как соберешь. Ладно, попробую помочь. Еще одна вещь. Раз идешь в дикие края, я должна сделать еще кое-что для солдат. Кое-что печальное. Каждый солдат Тенакт носит жетон с вырезанным символом отряда. Мятежники снимают жетоны с убитых ими солдат. Эти жетоны хранятся на вражеских заставах. Если найдешь, принеси их мне. Я обязательно передам жетоны их близким и соратникам. Это иногда может помочь справиться с утратой. И знай, что за жетоны тоже есть награда. Я уже нашла несколько. Держи, награда за твои труды. Не бросай поиски. В диких краях еще много вражеских застав. Спасибо, защитница. И не забудь о деталях для баллисты. Открытие арены называется. Пройдите зону обитания в зону обитания брониката и добудьте клыки секачей. А почему это арена называется? Почему это не побочное задание? Ну ладно. Элой, пришла сдать жетоны или обменять медали? Что-то заработала на охоте? А детали, которые нужны, чтобы открыть арену, отдай их Калли. Ой, прости. Сейчас у меня нет с собой жетонов. Все в порядке. Сообщи, когда найдешь. Так, и у меня есть медали, которые можно обменять, судя по всему, на весьма достойные штуки. Медаль за арену. Офигеть, вот это шмот, конечно. Ну, это прям, это легендарки, да. Офигеть. Легендарные эти еще. 150 медалей у меня, офигеть. А вот этих у меня нету. Ну, слушайте, почему бы не купить что-нибудь из этого, например, сравнить благословленный лук. Ага, 40. А он даже не прокачанный лучше. 47 урон у него. А, нет, это разные стрелы. Я вот что. Угу. Удачи на охоте. Ладно, мне уже пора. Доброго пути.
Интересно, интересно. Для одного из ваших охотничьих луков доступны охотничьи отмечающие стрелы. Цель, пораженная такой стрелой, в течение определенного времени атакует перехваченные вами машины. Какая странная фигня. Да, охотничий лук шерифа, и стреляет он улучшенными охотничьими стрелами. Для одного из ваших охотничьих луков доступны охотничьи разъяряющие стрелы. Попадание таких стрел вызывает у людей и машин состояние ярости. В этом состоянии враг атакует ближайшую цель, независимо от того, дружеская она или враждебная. Ослабляйте своих противников, заставляя их драться друг с другом. Офигеть. Ага, вот, прикольно. Отмечающие... Да, очень интересные стрелы. Так, нам бы тогда к верстаку. Надо идти на юго-восток и найти того брониката. Кажется, я видела стаю сикачей недалеко отсюда. Так, ну, с тобой мы пока не будем говорить. Так или иначе, скоро все решится. А где верстак-то? Где-то типа там. Че это такое? Стычка машин мастер. Ого! Я-то думал, где она? Ну, насчет мастера я не уверен. Попробовать, конечно, можно. Это можно по фану поулучшать. Ну и, конечно же, на второй уровень нам уже не хватает. Ожидаемо вполне. Поштучных еще изготавливать. Осталось недолго. Какой-то круговой нитимет у меня откуда-то появился. Но мне больше интересно с луками разобраться. Так, 51-118. Подождите, или это не он? А, вот это... Ага, я понял. Это разное. Охотничий лук шерифа. Ну, да, этот все равно лучше. Так. Скорость перезарядки. Шанс критического попадания. Давайте, 10%. А чего не хватает там, чтобы этот лук еще апнуть? Хвостовая пластина волногрыза, копательный коготь камнегрыза. Ёпта, хер вообще, я таких еще машин даже не встречал. Окей. Я об этом не просил. Защитница Хикару. Ты можешь проходить? Оставайся сильной. Ей разрешено входить. Легалы. Может быть, я ошибся насчет тебя. Заходи, союзница Танатру. А, их всего 10 я могу. А, нет, вот этих я много могу.
Я не это хотел, ну да ладно. Пройдите в зону обитания. Ну, я в ней. А, я перепутал. Это здесь мистикача надо завалить. Ну, сейчас я его завалю, вот этого. Нет, не подходит. Все клыки у меня. Осталось найти брониката, о котором говорила Кала. И снять деталь для починки баллисты на арене. Нормально, отстрелил у него просто клык и починил сразу. Следуй зову чести. Так, далековато, далековато. Едохлёсты, а ну это змеи эти самые. Ничего ближе-то у меня нету, да? Ну, отсюда поскачем, значит. Блин, чисто такая локация, где нужно все расчехлить, все открыть. Не очень люблю вот такие квесты, которые на открытие каких-то доп. Активностей скучнейших направлены, типа арены, там что-нибудь такое. Не знаю, по-моему, вообще скучнейшая шляпа. Ну, о, господи. Надо, в общем, избавляться от этих хряков. На них очень тяжело и неудобно скакать. Даже как минимум в прошлой серии, типа, мы вот скакали по мосту. И... там было крайне некомфортно скакать. Так, что мы... Надо разобраться с ним. Да, мы не знаем, кто это. А, на раскоп огненный. Против этой машины стоит применить кислоту. Тихо. Ага, доходит до сюда и уходит. И главное, чтобы мой кабанчик мне здесь не помешал. Меня пытаются обнаружить.
Ну, маленький очень маршрут. Да я его сразу атакую и все. С тобой я не хочу связываться. Ой-ой. Кислота разъедает ее броню. Вау, нормас бомбануло. Готово. Теперь заберу жилу. Готово. Можно вернуться к Кале и отдать детали. Да блин, еще вылезли. Да как ты задолбал, а? Пойдет. Приберегу на будущее. Так, я тут что-то еще отстрелил от него. Надо все собрать. Грузовой контейнер какой-то. О, вот зачем он тут лежал. Понятно, понятно. Не просто так. Надо бы здесь костерчик открыть. А это что? Ну, видимо, часть брони какая-то неприкаянная. Водится какая-нибудь живность? Не водится. Сорняк. Так, ну хотя бы теперь туда я могу оперативно телепортнуться при необходимости.
Почувствуй баланс копья, это даст тебе точность. Твой клинок. Ей разрешено входить. Вступаюсь честно. Это защитница ваша нефтя. Регала, собирай войска. Сколько хочешь. Ты заслужила место. Нашла детали для ремонта войны. И они вообще взяли такое оружие. Чем могу помочь? А почему восклицательный знак горит? Ладно, доброго. Потому что у меня еще жетоны есть, или почему? Я бы тоже не отказалась сразиться с этим. Детали для баллисты у меня. Прекрасно. Сейчас же займемся ремонтом и сразу откроем арену. Приходи испытать свои навыки. А как? Просто скажи мне, и я все организую. Медали, заработанные в бою, ты сможешь обменять у меня на наше лучшее снаряжение. И не только медали арены, но и с охотничьих угодий. Увидишь новое снаряжение, и я сразу стану твоей любимицей. Наше дело — помочь тренировкам, а не в любимицы набиваться. Не завидуй. Тогда я пойду. Победишь или отыщешь жетоны павших солдат? Найди меня. Ну что ж, если хочешь пойти на арену сейчас, мы все организуем. Ну давай тестово подеремся. Давай попробуем. Славно, арену откроет защитница. Хотите всерьез проверить свои навыки охоты на машин? Отправляйтесь на арену и пройдите серию испытаний по возрастающей сложности. За каждое пройденное испытание вы будете получать медали, которые можно обменять на уникальное снаряжение у распространительницы наград. Перед тем, как отправиться на арену, восстановите здоровье и выберите подходящее оружие. Там у вас такой возможности уже не будет. Любитель, боец, мастер, ого. Вот это да. Стайные охотники. Ну, то есть тут просто дерешься постоянно с разными типами этих соперников. По нарастающей, понятно. Но вроде бы не сложно. 3, 4, 5. Опять кончились, да что ж такое-то? Осталось только добить. Говорили, что лечиться не могу. А, еще и на время, кстати, я даже не заметил. Ничего, типа, нормально выполнил уровень сложности. Ага. 5 медалей за арену, 3 медали за арену. Ага, если пойду за отведенное время.
Ну, лиходей, давайте попробуем. Абсолютно самые бесполезные тупорылые задания в игре, конечно. Но это чисто фарм, чтобы раскачаться. Уже поменял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что у вас, подкрепление? Охереть. Так-то много у него там патронов оказалось. Да не одно, так другое. Офигеть, офигеть, я не успеваю лечиться. А, и они каждый раз будут вот так... Домой. Понятно. Тут у нас кто? Броникат, клинокрыл. Даже не знаю. Ну, попробуем, может, добить. Ох, ёптыть. Так, так, так. Мне удалось вогнать её в бешенство. Thank you.
Ого, 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 ого. Так, ладно, нужны кислотные стрелы, которые тут же и закончились. Офигеть. Блин, обидно, не успел в зад стрельнуть, там такая мишень. Ух. Фух, прям в последний вагон запрыгнул. Ё-моё. Реванш, ядохлёст, ёптать. 5 минут на ядохлёста дается. Надо вспомнить, чего он боится. Ну, не знаю, один ли он на арене будет. Или с корешами. Эй, ты чё всё сломал? Алло. Дискометы стреляют острыми дисками, которые режут машины, а затем возвращаются. Если диск при этом поймать, он становится мощнее. Трижды пойманный диск взрывается при следующем попадании в цель. Удерживайте R2 перед выстрелом, чтобы зарядить дискомет. Для увеличения мощности и длительности действия дисков. Это оружие особенно хорошо подходит для отбивания деталей машин. А он у меня есть вообще? О. Для одного из ваших нитеметов доступен парализующий луч. Выстрел этим особым припасом создает между двумя точками движущимися энергетический луч, способный оглушать и сбивать с ног пересекающих его врагов. Задерживайтесь в зоне действия этого луча, враги также будут получать урон. Так мне что-то вообще все другое дали. Это не мой стек. Перчатки. Для вашего оружия доступны бронебойные снаряды. Понятно. Боеприпасы этого типа наносят большой урон бронированным частям цели, но при этом меньше повреждают саму броню. При этом высокоточные прибывные стрелы обладают уникальной особенностью. Они способны пробивать лишь насквозь. Ага, понятно. Позади нее. Так, буйство стихии у меня какое-то есть. В вашем инвентаре имеются боеприпасы, наносящие урон плазмы. Используйте визор, чтобы найти врагов, уязвимых к плазме. Атакуя таких врагов плазменными боеприпасами, вы вызываете у них состояние взрыва плазмы. Пока оно действует, вы продолжаете атаковать врага, чтобы повысить мощность завершающего взрыва. Выстрелив плазменной стрелой в емкость со взрывоблеском, вы можете вызвать мощный стихийный взрыв. А почему одежда не, у меня другая какая-то? Так, ладно. Морозильными снарядами я ее быстро сделаю. А такие у меня есть? Есть. Я, кажется, понял. Это реванш, видимо, тут нужно в том снаряжении, в котором я был в самом начале, завалить эту гадину. Промерзла.
проникла до самого ядра. Почему провалено? Алло. Повтор, нахуй. 250 не жалко. Ты чё, говно? Офигеть. Короче, я, видимо, просто ХП просрал все. И даже не понял этого. Офигеть. Вот, видимо, что-то такое он меня отщебучил. Офигеть. Мне уже легче. Я его заморозить ни в какую не могу. Я не понял, подождите. Вот. Замораживается говно. Что-то он не морозится больше ни в какую. Фигня. Какая-то фигня, он перестал замораживаться. Вообще ни в какую не хочет. Может, если вот так? Ладно. Хорошо. Холод ее обездвижил. Охереть. Вот это он ее нихера не обездвижил. Нет, что там. Ах,
новый план. Короче, без будет по стихи бесполезно его педалить. Это будет действительно сложно. Я ему даже половину еще не снес. Офигеть, он даже так меня достает. Попробуем снова его поморозить. Не успеем же. Меньше минуты осталось. Офигеть, офигеть, ну все, это ГГ. Так, секунд. Все, и в последнюю секунду он меня завалил. Ну ладно, я объективно к этому бою еще не очень готов. Фух. Дофига, денег спустил. Предоставленная вам одежда устойчива к электричеству, но уязвима для кислоты и оружия. И прилив отваги позволит управлять стихийным состоянием. Ну, короче, типа, пиздец. Всегда приятно посмотреть, как ты сражаешься на арене. Угу. Можно больше, только не надо. Таких приколов. Слышала, они наконец починили баллисту на арене. Ох, что там, типа... Открытие арены и арене. Поговорите с распределителем. Ох. А где тут мастер, фломастер этот? А? Готовы сыграть в стычку, Элой? Слушай, наверное, нет. Я практиковался, пока тебя не было. Хочешь бросить мне вызов?
Ну, хотя можно попробовать все-таки стычку затащить оставшуюся. Я бы еще минут 10 на это потратил. Сейчас паузу только сделаю небольшую. Ну, погнали. Посмотрим, что там. Элой, в стычку сыграть не хочешь? О, торговать. Ну, показывай, что у тебя. Ух ты, циркулятор. Ох, ёптать. Вот это да. Ну, чувствую, если у нее такие, хотя бы вот такие фигуры будут, то она мне там, конечно, насует только в путь. Ледоклык. Бегемот. Броникат. Щелкозуб. Загонщик. Ну, остальная всякая шляпа у меня в достатке. Ну, посмотрим, что ты можешь. Еще фигуры в твою коллекцию. Что ты можешь предложить? Хочешь увидеть, на что похожа настоящая игра? Нет. Конечно. Так, первая доска, потом случайная доска с порчей. Асимметричная доска с порчей. Господи, звучит как ничего хорошего. Так, ну, наш наборчик теперь, конечно, получше выглядит. Так, два щелкозуба мне, два тучереза. Стихийный загонщик. Ну, кстати. А, 4 не хватит. Бегемот. У него аж 10 хелов. Лиходей 4. Бурдюк. В начале каждого хода все фигуры в зоне поражения теряют одну единицу здоровья. Ну, такое, конечно. Ледоклык. Блин, мне бы два щелкозуба вообще бы, вот, мое почтение. Что, опять через высшего загонщика сыграть? Ну, посмотрим. Ну, начнем. Угу. Три фигуры у тебя. Ну, я чувствую, они жирные достаточно. Я что-то даже про щелкозуба ничего не почитал толком. Мой ход. Давай. Так, что ты там вообще умеешь? Ага, нет особых способностей. Ну, значит, им играть несложно. Так, загонщик, но не высший. Но у него тоже 8 хелпоинтов. Волна... Нет особых способностей. И жвачник. Ну, такой у него... Такой у него, конечно, божеский отряд. Тоже сама первая не атакует, как будто бы. Ах ты, ёптать. Ах ты, ёптать, офигеть. А мы вот так. Офигеть, вот это как бы ни разу не мое почтение. Офигеть. Так, много вариантов. Да, она что-то вообще не шутит. Твой ход. С этой покончено. Угу. Единичку выиграл, офигеть. Ой, зря я так встал, конечно.
Офигеть, дистанцию этой штуки аж 3. Хорошая попытка. Но чтобы победить меня, этого мало. Да, согласен. Попробуем тогда стандартную свою тактику. Покажи, что ты умеешь. Одну попытку делаем, если не пойдет, то хер с ним. Оставим на потом. Но у нее вся тактика строится вокруг вот этой огромной дылды, которая она мне тут в основном и раздает, как не в себе. Что бы сделать? Сколько она у нее стоит в очках? Сходи. 6. Бьет 4 на дистанции 3. Ну, блин, это вообще жесть. Мне бы, конечно, такая шайтан-машина не помешала. Что бы сделать? Что будешь делать? Ничего, засяду в оборонительном. Мой ход. Месте каком-нибудь. Доска твоя. Ага, и чё, кто кого пересидит, что ли? Твой ход. Эти же у меня тоже на 3 бьют, да. Посмотрим. Давай. Так много вариантов. Что будешь делать? Блин, не дотягиваюсь. А он меня сможет атаковать следующим ходом. Ему тут ходить вообще нефиг делать. Ну сколько он, на 2 ячейки ходит, да? То есть раз, два. Сюда сходит и спокойно через 3 бьет меня. Мой ход. Ходи. Мощь минус 2, аж офигеть. Что бы сделать? Да, атаковать будет меня, конечно. Офигеть. С этой разобрались. Офигеть. Но мне тут вообще никакого толку. Он меня следующим ходом и снесет. Да, все, ГГ. Еще одну фигуру убираем. Этим я уже ничего не сделаю. Но он следующим ходом ляжет, короче, нефиг делать. Понятно, все, абсолютно тупейший ход был. Бесполезно настолько, насколько это возможно. Так, много вариантов. Да. Надеешься победить с одной машиной? Нет, конечно. Тут ходи. Шанс вообще ноль.
Посмотрим. И следующим ходом я проигрываю. В следующий сухую. Раз повезет. Поддаваться я не буду. Давай. Шанс, конечно, так себе. Изначально. Пора менять тактику. Ну, хотя бы я первый смог атаковать. Так, и он убегает, да? Доска твоя. Мне бы тут, конечно, через эту пропасть бить по ним в идеале. Посмотрим. Да ёпта тебя. Что будешь делать? А, ну он туда вниз встанет тогда. А почему? Офигеть. Мой ход. Да, нет, нет! Да почему, блядь! Я не хотел так что ходить. Будешь делать? Охренеть. Я хотел спастись. Ну, короче, это снова ГГ. Так, много вариантов. Что? С этой разобрались. Охереть. Ходи. Мне явно нужно копить на какие-то имбо-фигуры. В противном случае у меня шансов примерно нихера. Ну, забирай, короче. Я ничего уже не сделаю. Да, все. И что ты теперь будешь делать? Ничего. Я сливаю эту партию. Тренируйся, если хочешь победить. Дай знать, если захочешь. Надо идти. Давай сыграем. Я получу 3 средних. Да, всего лишь средние. Предположим, вождь добьется. Да, да, ну, я предлагаю здесь тогда нам где-нибудь с вами сохраниться. И продолжить уже, конечно же, в следующей серии. Так, что у нас тут? Покачать что-нибудь. Вместе с тобой мы точно стекашляем. Выходи, союзник. Ну, она хотя бы вооружена. Да, большую часть серии спустили на абсолютно шляпную историю. Честь и сила. И что, мы реально только по арене там что-то поделали? Ну да, открытие арены и арену потом получили. Такое себе, конечно. А чё, в записной книжке? А, каталог машин. На раскопы нашли. А, ничего себе, варианты этого на раскопа. Вы только посмотрите, сколько их. Офигеть. Мусорник, сторожевой мусорник.
А я их зачастую даже не исследую, смотрю, ну видели и видели такую машину, а у них вон тут подвидов просто охереть. Гиблорога всех видели. Да, призрак и длинношей в единственном экземплярах. Да. Понятно. Ну что ж, благодарю за просмотр. Всем пока.